Именно в 2014 году мы вместе с нашими руководителями крупнейших предприятий «Северсталь», «Фосагро» запустили проект бизнес-кооперации, проект «Синергия роста». И сегодня мы делаем апгрейд этого проекта «Синергия роста 2.0», где ставим целевой показатель, который необходимо будет достичь, закупки нашими крупнейшими производителями до 40% ТМЦ и услуг именно у предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в Вологодской области. Thank you.